У въезда в Чегем со стороны Баксана сегодня утром водителям пришлось более часа простоять в пробке. Временные неудобства возникли в связи с ремонтом моста. Загруженность на участке высокая, это часть федеральной трассы «Кавказ». Сейчас проезд из Нальчика в Чегем занимает не меньше часа. Из-за ремонта четырехполосная дорога превратилась в двухполосную. Дорожники обещают, работы будут завершены в конце октября. В республиканской госавтоинспекции водителям рекомендуют пользоваться объездной дорогой в Баксане.